Добрый день, с вами сегодня Виктор Коробкин и Ильченко Валерий Иванович. Мы открываем свой канал «Родные люди». Сегодня 7 марта, и мы хотим показать вам фильм «Как можно обрадовать своих родных и близких, любимых женщин и девочек подарками, которые можете сделать вы сами». Ну, что сказать, друзья. Сегодня мы распределимся с Валерией Ивановной по двум категориям. Я ей буду показывать и подсказывать, и помогать. А в основном будет она делать все сама. У нас есть вот такие две пластиковые бутылочки мы выбрали. Вот, видите, такая и такая. Сейчас Валерочки я разрежу. Нам здесь на бутылочке есть такие листочки, вот, они нарисованные. И Валерочка будет вырезать листочки на этой бутылочке, а я займусь разрезом других. Поэтому самую необходимую работу, то, что она не будет работать с ножом, я сделаю за нее, а ту работу, которая с ножницами, она сделает сама. Итак, начинаем. Берем ножницы. Так, они поменьше ножницы. А, вот они. И разрезаем. Сейчас мы приготовим объем работы, чтобы она уже делала. И приступим за необходимую работу для нас. Так, это мы убираем. Так, Валерочка. Ой-ой-ой, как ты водичку не подливала? Стой. У нас удобная бутылочка, на ней как бы выгравированы листочки. Вот эти листочки сейчас Вера будет вырезать. Так, эту бутылочку мы тоже в сторону. Вот смотри, Валерия Ивановна. Видишь, нарисованы на них листочки. Показываю, как первый листочек. Берешь ножнички. Вот видишь? И вырезаешь по контуру. Видишь? Каждый листочек. Видишь? О. О, и получился у нас уже один листочек. Вот, друзья, я не знаю, как вы видите, вы не увидите, вот такой листочек. Так, Лерочка, если тебе удобно, ты можешь вот так разрезать, смотри. Вот так отрезала, и потом вырезаешь. Поняла? Так тебе разрезать. Так удобнее тебе будет? Все, сейчас дедушка ей быстренько нарежет, чтобы она вырезала, а мы займемся другим. Будем делать подарки нашим мамам и бабушкам, нашим сестрам, нашим девочкам. Очень приятно, когда в детстве мы делали сами подарки. И подарки были очень интересными, и мамам нашим очень нравилось. Бабушкам нравилось. Поэтому купить в магазине, конечно, можно подарок. Но сделать своими руками, тем более, что материал, который находится у вас под руках, это несложно. Мы взяли бутылочку, на которой есть листочки. Вы можете порезать бутылочку на такие кусочки, нарисовать фломастером листочки, а потом их вырезать. Это тоже несложно. Просто мы, чтобы не затрачивать ваше время долго на показ, взяли такую бутылочку. Потому что нам надо сделать, успеть, пока не пришли мама с бабушкой, подарки 8 марта. Только ты старайся аккуратненько вырезать, чтобы не было острых узлов. Так, что мы делаем со второй бутылкой? А вот со второй бутылкой я буду делать как раз цветочек. Отрезаем. Вот я сделал отрез по первое колечко на бутылке. И сейчас мы будем отрезать вдоль всей длины.
по диаметру, я имею в виду. Вот так по окружности отрежем. Пластиковые бутылки очень удобны чем, что для поделок это очень хороший материал. Мы бутылочки сполоснули, помыли, чистимся. Сейчас вот тряпочкой я их протру. Была водичка у нас. Чтобы было хорошо видно, надо протереть насухо. Так. Края мы сделали. Теперь разрежем сейчас бутылочку на сколько частей. Сейчас посмотрим, сколько у нас тут получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, кажется. В общем, начинаем разрезать, там посмотрим, какой у нас получится цветочек. Вот разрезаем вдоль полосочек. Есть такие полосочки. Можете сами просто нарисовать фломастером, разрезать. Вот так, сейчас. Разрезаем до конца. Мы его так вот разрезаем. Вера, ты когда разрежешь, вырежешь все, скажешь девушке, хорошо? Да. Надо будет краски готовить сразу. Что? А это зачем? Тебе тоже не ножницы. Ты что, не видишь, что это не ножницы? Ну вот если ты не знаешь, не бери. Я тебе дал специально для этого ножницы. Это приспособление для того, чтобы держать листочки, когда клеем заклеивать, чтобы оно сжимало его, понимаешь? Типа тисочка. Так, вот мы разрезали бутылочку, у нас получилось вот столько лепесточков. Видите, сколько у нас? Вот это столько у нас будет здесь. Теперь надо вырезать листики, делать с них. То есть мы будем непосредственно проверить, до конца одинаково везде прорезали. Так, и теперь нам надо сделать лепесточки, цветочки. Вот вырезаем их, делаем форму цветка. От серединки закругляем. И обрезаем. Своего рода делаем цветик-семицветик. Все? Да. Молодец, умничка. Так, только ты там, вот смотри, угол видишь, у тебя острый. И вот это, чтобы он кругленький был. Ну, листочек, ты знаешь, как бывает, он кругленький. Второй листочек. Дедушка, правда, не великий мастер и художник. Делать такие вещи. Но нам надо показать, как детям могут делать такие вещи сами. Правильно, Лера? Да. И сегодня взять ножницы, взять пластмассовую бутылку, и могут сделать маме подарок. Не у всех детей есть деньги, возможность. А подарок мама любит цветы на 8 марта. Каждая женщина. И мамам очень приятно, когда делают такие поделки их любимые родные дети.
Правильно я говорю, Валерия Ивановна? Очень. Вот, друзья, мы обрезаем, делаем такой, разрезали бутылочку. И теперь каждый листочек мы закругляем. Придаем форму лепестка. Материал удобный, работать легко, несложно. Видите, округлил и все. Было квадратное, ты берешь его и округляешь. То есть форму можно любую делать, лепесточка. Я делаю такую, вы можете сделать другую. Все, сделали. Теперь у нас, нам на эти лепесточки, вот так вот получается у нас. В эту сторону мы сейчас их выгибаем. Вот, и у нас получится... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять лепестков. Десять лепестков. Так, немножко, чуть-чуть дорежем мы, наверное. Ножницы у меня кончик слабенький, до конца не зарезал, до горлышка бутылки, я дорезаю ножичком. Что, Валерочка, листочек упал? Работать надо над столом, дети, чтобы ничего на пол не падало. Вот молодец, сейчас гораздо красивее. Теперь все вот эти обрезки ты убирай в сторону, туда складывай. Так, сейчас будешь закрашивать. Да, опа, опять упал листочек. Да что ж такое? Ложи на стекло его сюда, чтобы мы видели. Чтобы не с края было. Ладно, оставь, там хватит на этих листиков. Потом поднимешь. Нашла? Ну все, хорошо, ложи. Так, теперь, Валерочка, ты будешь сейчас секундочку идем краски, чтобы она разрисовывала. Так. Держи зеленую краску и выбери себе кисточку. Где-то у нас кисточку выбери. И дам тебе краски, чтобы ты зеленой сразу уже рисовала листочки. Вот я выбрала третью. Третью? Бери третью. Значит, на тебе зеленый цвет. Давай мы возьмем немножко, баночку с водой набери. Ты баночку с водой не приготовила для покраски? Иди набирай баночку с водой. А я пока налью тебе красочки сюда. У нас акриловые краски здесь есть. Сейчас мы их немножко наберем. Чтобы Валера разрисовать могла листочки. Добавить водички сюда. Значит так, Лерочка, смотри. Я взял с собой краски, я положил тебе. Ой! Подкапали листочки нужно. Что ж такое? Так, так быстро хотела. Зачем? Вот эта штучка, которую ты смотрела, это специально, чтобы ты не пачкала пальчики, дедушка тебе взял. Берешь листочек, вот, вот здесь краешки зажимаешь его. И красишь не с этой не с этой стороны, а с внутренней стороны. Понимаешь как? Вот с внутренней стороны, вот здесь. Красочку немножко наберем водички.
Вот первый листик я тебе покажу. Вот так. Вот так. Валерия, ты видишь? Вижу. Вот так. И у нас получается зеленый с этой стороны листик. Видишь, как красиво? На! Этот листик у нас готов. Значит, когда будет готов листик, ты берешь, так скажешь, девушки, раз и сняла. На тебе следующий листик. Пока ты будешь красить, опять зажимаем его с краешку. На тебе кисточку красить. Только это в левую руку, а это в кисточку, в правую руку. Ты же будешь рисовать, а я пока сделаю цветок до конца. Получилось? Да. Сейчас. Сейчас дедушка поможет. Вот, друзья, получилось у нас вот такой цветочек. Видите? Теперь нам осталось разукрасить, поставить серединку и повесить на веточку. Листочки тоже. Мерочка готовит. Все делает на ваших глазах. Как закрашивать будем лепесточки? Лепесточки будем закрашивать с внутренней стороны и сделаем их всех беленькими, белой краской. Так, как делается у ромашки, или... Давай. Сейчас Валерия закончит у нас покраску зеленого цвета лепестков. Уже два она покрасила. Ну, еще один и хватит на сегодня. Займешься потом покраской цветка. А я займусь, продолжу дальше делать, оформлять. Делать палочки, делать... И все остальное. Тебе, кстати, надо покрасить еще будет две палочки, одну палочку. Вот выберем, берем такую палочку, на которой будет у нас цветочек. И сейчас дедушка подготовит для того, чтобы нужно было ее ставить, эту палочку. Лерочка ее покрасит, приклеим на нее, берем палочку от шашлыков. Что-то здесь. Все, сейчас я дедушка доберу. Палочку от шашлычков. Лерочка ее покрасит. Мы приклеим на нее листочки, которые она сейчас покрасила с бутылочки. И у нас получится веточка для цветка. А потом оденем наш цветочек. И вы видите, как все красиво получается. Все, бат. Красиво. Бабушка красит. Крась, крась для бабушки. Столик. Отрезаем потом от бутылочки полосочку вот такую. Видите? И разрезаем ее ножничками. И когда разрезали, переворачиваем ее и соединяем здесь с этой стороны, как фонарик. Но нам надо здесь закрутить как можно плотнее. Для чего это надо? Для того, чтобы нам потом ставить цветочек внутрь. Вот так вот будет у нас. Когда мы покрасим, заклеим, сделаем, я вам покажу, что у нас получится. Но начало вот так будет. Ну вот, друзья, мы закончили наш цветочек. Получился он там таким макаром. Вот, друзья, Валерия. Приклеили мы туда еще божью коровку. И подарок для мамы мы приготовили. Или для бабушки. Кого Лерочка подарит за это? Маме. Маме. Вот, видите как? Вот так можно с бутылочки сделать цветочек и подарить на 8 марта любимым, дорогим, родным людям. Ну что, Валерия Ивановна, что скажем нашим друзьям? До следующих встреч? Да. До свидания. С вами были... Ищенко Валерия. И Коробкин Виктор. Всего вам хорошего!